на аэропорт, вот там вот аэропорт. Вот это вот на Песке поворот. Вот это вот, видите, поваленное. Принося вот этот тормознок, мы говорим там здравствуйте, там видишь эти, ну, это, евросоюзовский значок стоит. Это говорит, Европа вам помогает. И люди с Украины, со всей, я всегда говорил, что со всей Украины собирают продукты, то есть это деньги пересылают, то есть они заботятся, они переживают за вас. И вторая идея, которую мы, конечно, ну, пытаемся донести людям, это о том, что Бог их любит, и то, что прежде всего Бог вас не оставляет, что мы пришли к вам. Вот это две идеи. Вам вообще говорили, чтобы уехать с этого тоненького, раз тут такие бои? Была, конечно, как начали только бомбить. А куда мы поедем, если мне некуда ехать? А вот организовано. Все-таки у вас такое учреждение, что может вывозить? Как организовано? Мы просились. Мы вот сейчас уже просились перевезти нас куда. Мы пенсии полгода не получаем уже. Ни мыла купить, ни шампуни, ни порошка. Сами стираем. Ни таблетки купить, ничего нет. Как часто кто-то приезжает, помощь, гуманитарные люди, кто приезжает? А, приезжали, вот на Рождество нам привозили это, подарки, ну как, военные вот эти, это, и крупу, и печенье, и сало, и консервы, только военные, а так бы мы без военных, без голода уже умерли. Вот то, что нам подкинут солдатики. Це ми живемо, а це вже нема трехні, ні світу, ні тепла, нічого. Не живемо, а доживаємо. А розкажіть, чим ви взагалі займаєтесь тут, от тоді у вас? Ну, ми все болілись в основному. Чим ми займаємося? Чим ви? Сліпі, хромі. Так, не бачу сліпа. Знов до голода. Ми сподіваємося, хоча б нас поховали вже так, як нас. Як я сюди на похорони? Ті, що ми по 52 роки проработали, і нам не дають пенсію. Нас 7 місяців нічого не поховати. Ось в цьому місяць нам не дають пенсію. Я поваром працювала всю життя. Де? Поселок Очеретин, ось рядом. Клінічний лаборант. А ви ким працювали? В селі. Забудеш уже тут, як зовут. Вона не бачить дітна. І так товкаємо з вугла в угол. Направляємо. Воспитують. А скільки вам років? Мені 83 повних. А вам? Уже розміняла, значить, четвертий. А вам? 81. Це ще молодіж проти мене. Я їх воспитую тут трошки. І що, слухаються чи ні? Слухаються, як одна. Сказала, вставайте в строй, стають. Ну, так ваш батальйон може бути? Да. Ну так, да, батальйон у нас. Ми вже казали, мозам не вистачає, взяли б нас на передову. Да. Так, а солдати допомагають, так? Помагають. Крупу і сахар, все. Ну, це привозила міліція, якщо я в Лінську. І тут, наш керцентр. Директор. А це у вас скільки хлопців? Та хлопців маловато, звісно. Скільки дівчат у нас? Ну, воно ж так, як по статистиці, не вистачало, а тепер ще їх поменшало. То було, одного не вистачало, а тепер 9 не вистачало. Всі йшли на фронт, мужики. То таке. Я так сидимо, чудимо, до смерті як-небудь дотягую. Сойникова. Дмитриенко Галина Васильевна. Волосунова Маргарита Васильевна. Васильевна 3. Васильевна 3 Васильевна. А за Василя коли було?